Під прицілом Олександр Ковальов, лідер всеукраїнського об'єднання «Ніхто крім нас», яке сформувалося із ветеранів війни в Афганістані. Саме під його керівництвом у 2011 році відбувся так званий бунт афганців, під час якого Верховну Раду двічі успішно штурмували військові. У 2012 році під час урочистостей афганці під керівництвом Ковальова повернулися спиною до президента Януковича під час покладання ним квітів. Після Революції Гідності Олександра Ковальова звинуватили у допомозі у виході «Чорної роти Беркута» з оточення майданців та порушили кримінальну справу, а згодом і в участі у захопленні Донецьку бойовиками. Перше відкрите велике інтерв'ю Олександра Ковальова. Ексклюзивно із Владом Сидоренком на «Правда тут». Я знаю історію. Значить, до вас прийшли з обшуком от в ці роки, а потім вийшло так, що тих людей, які до вас прийшли з обшуком, ви взяли у полон. Ну, ось і по-воєнному, так. Да. Цікаво. Це як? Ну, после переговоров друзей, которые меня не убедили не заниматься этой деятельностью, вот, естественно, включается силовой аппарат, государство, силовой аппарат, который, ну, опять же, ни для кого не секрет, мы прекрасно знаем, что он, да, и тогда он вообще был очень сильный и мощный. И на меня были возбуждены уголовные дела, были возбуждены уголовные дела на наших областных лидеров, там на 5 или 6 человек были тоже там подтасканы в СБУ, в МВД, в налоговую, под другими предлогами абсолютно, то есть не за общественную деятельность, но предлоги были очень интересные, там, ты перешел на красный свет, и мы тебя там, то есть что такое... Вплоть до того, что подняли нашего товарища дело, он вот адвокат, да, а тогда он тоже был вот адвокатом, это было там 10 лет назад или там 15 лет назад, подняли это дело из архива и там попытались сделать из него в том деле, ну, соучастника, то есть даже не адвоката, и человек сказал: брат, извини, говорит, ну, семья дороже, там, туда-сюда, и ну, мы говорим, да, конечно, вопросов нет. То есть людей, тогда, когда мы не договорились о, так сказать, сотрудничестве, включилась правовая система против нас. Она очень сильная, очень, и это надо... И было возбуждено уголовное дело в моем родном городе, да, там, про... В Донецку. Макеевке. Да, город-герой Макеевка. Ну, я там вот родился, но большую часть жизни я жил в Донецке, и все в Донецке, да. И ко мне приехали налоговики, уже следователи, уже с... Это же в Киеве. Я, да. И приехали до вас в Киев. Да, в Киев, на офис, у нас был перед этим другой офис, искать горно-шахтное оборудование в офисе. Ну, вот примерно здесь. У нас тут горно-шахтное оборудование. Прям тут под столом, там комбайны, там уголь, там что угодно. То есть, ну, такой бред. Тут же это самое. Ну, во-первых, ребята спешили и неправильно там составили документы. А как я подчеркиваю, среди нашего брата есть достаточно грамотные адвокаты, юристы. Тут же все пособирались. А офис находился на Красноармейской, 65. Вот, и многие люди тут же съехались, но возмутило другое, при вхождении в офис, ну, как обычно, врываются, да, там, они ударили нашу секретаря, девочку, которая им и так открывала дверь, она не сопротивлялась, потому что в офисе никого, ну, не было, и мы требовали извинений, мы единственное требовали извинения перед девочкой этого следователя, он не извинялся. Ну, такой человек, вот, и буквально за очень быстрое время, вот, весь тот квартал, вот, вход на Красноармейской 65 был вот окружен нашими людьми и по этажам, то есть мы не выпустили эту следственную группу,
И, то есть, был большой скандал, мы их там продержали там 5 или 7 часов. То есть, небывалый случай. Так вони ж з силовиками були, я так розумію. Це ж маски-шоу там. Звісно, були. Ви і силовики взяли у полон? Вопрос моралі. Я хочу сказати вопрос моралі. Силовики, силовикам, это, то есть, ребята, которые идут служить в эти органы, да, это ребята, готовые бороться с преступностью, там, с бандитами, там, ну, с чем-то таким отрицательным. Ну, правильно. А когда это наши воспитанники, которые мы еще год назад, мы за них платили, чтобы они прыгали с парашюта, то есть, ну, 90% силовиков там, это выходцы из ВДВ, из погранвойск, из спецназа, а это все практически одна семья. И когда они увидели наш герб, наш флаг, наш все, они не пошли со следствием. Они стали прямо на пороге, между, вот мы заняли все коридоры, все этажи, чтобы никого не выпустить, и это самое. Но они не пошли дальше. То есть физзащита в этом случае не сработала для следственной группы. Мы, естественно, там не издевались, там, не били их стульями. Там. Мы требовали, что пока мы вызвали свою тогда милицию своих, мы требовали возбудить уголовное дело против этого следователя, который побил, ну и ударил, сильно ударил нашу девочку, и это больше нас возмутило, чем сам обыск. Тогда приехало много телеканалов, взяли у меня интервью, и я говорю, всем телеканалам говорю, вот смотрите, вот здесь в кабинете ищут горно-шахтное оборудование, найдите, пожалуйста, хоть ведро угля здесь. Вот, то есть, и тут же у нас пошла перепалка с МВД тогда, с министерством, что это не так, это ошибка, это там, то есть, и вот. Ну, мы продержали тогда, так сказать, в полоне, будем так говорить, вот, эту всю следственную группу, и когда уже руководитель следственной группы говорит, ну, ребята, говорит, ну, если я извинюсь, ну, вот, ну, за него, если он такой упертый, а я извинюсь, вам достаточно будет? Ну вот так получилось, что, ну, уже было вечер, темно, потом, к нам в это время подтянулись много народных депутатов, тут же там приехали посмотреть, увидеть, что, то есть, это, ну, небывалый случай. Как закончилась блокада? Блокада закончилась, ну, приехали внутренняя безопасность налоговой, они там составляли свои какие-то там документы. Наши юристы уже работали с их, ну, с силовиками, то есть говорили, то есть они, у них была ошибка в ордере, у них была ошибка в адресе, то есть там у них было много ошибок, и уже, то есть пока мы все не доработали, мы их не выпустили, но они извинились, и только тогда они ушли. Но сам факт захвата следственной группы, то есть, ну, такая, ну, пока такого нету. Скажи, будь ласка, я знаю, що потім ви приймали участь з Януковичем День афганців чи щось таке, і ви приймали з ним участь. Тобто якось домовились, чи там як було? Да, у нас такой був з ним договорняк з Януковичем. Да, нагадят друг другу. Ну, я шучу, конечно. Нет, 15 февраля для афганцев это как, ну, будем считать, это такой, ну, День Победы, что ли. Ну, вот тогда вывели войска из Афганистана, и семьи тогда вздохнули, что ихних сыновей не будут забирать на чужую войну на самом деле. И мы каждый год собираемся возле памятника, мы возлагаем цветы, мы, значит, чтим наших погибших ребят, которые не вернулись с той, ну, да, с войны. Ну и, естественно, и всегда так получается, что и руководство страны в это время то же самое отдает дань павшим ребятам, украинцам, которые воевали в Афганистане и погибли там. И вот, то есть, у нас был такой, то есть, этот день для нас, ну, имеет большое значение.
Вот. А я тогда обошел, тогда был начальник города, я уже не помню, кто был там тогда начальник города. Я сказал, а можно мы, там, ну, к примеру, там, Янукович будет там возлагать в 10 утра цветы, ну, там, вся делегация, там, Кабмин, Янукович, там, вся вот эта вот. А мы придем на 8:30, вот сами афганцы одни, тихонечко возложим цветы, отдадим честь от уважения и уйдем. А Янукович пусть там сам там, ну, возлагает, что хочет. Вот. Мне сказали, погоди, так нельзя. Это, ну, спецобъект, он зачищен, чтобы вы там какую-то мину там не подложили Януковичу, там еще что-нибудь там и так далее. То есть давайте вы придете, вы будете стоять за забором, тогда забором, тогда УДО, я не помню, кто возглавлял УДО, тогда там 5 колец сделали забора, рамки на оружие, вот, и вот вы ждите. Вот приедет царь, возложит цветы, типа, и, а вы потом делайте, что хотите. То есть мы не хотим быть массовкой для Януковича. То есть для нас это тоже, ну, неприятно и позорно. Меня никто не услышал. Ну, потому что я, наверное, тихо говорю, а у них, наверное, плохо со слухом. Вот. И когда настало 15 февраля, мы все собрались на 9 часов утра. Вот. Естественно, мы увидели очень большое количество сотрудников УДО, очень большое количество переодетых в штатское сотрудников, все, и рамки, и заборы, и все-все-все. Мы поняли, что нас, ну, нас будет держать как барана в стаде, пока не приедет царь, не сделает, ну, так сказать, ему ненужное дело, оно ему на самом деле там, ну, да, там, положит цветы, попиарится, уедет. А для нас это дорого, это наш день. Вот. Температура тогда, как сейчас, я бы там точно сказал, где-то было минус 15, и мы простояли около 2.5 часов, ждя, пока приедет гарант со своей свитой, пока они все выстроятся, пока там все телекамеры под них выстроятся. А люди стоят, ждут. Люди — это афганцы, это, ну, инвалиды ездят там среди афганцев. Это холодно, это неудобно, это, ну, есть свои там, ну, вот. Ко мне подошел министр внутренних дел, говорит... Захарченко? Конечно, да. А вы с ним были раньше знакомы? Ну, мы с одной области, вы же забываете, это все Донецкое. Тогда подошла Анна Герман к нам, тогда тоже и Захарченко подошел. Он мне представился, что он Захарченко, что он министр внутренних дел. Я говорю, очень приятно, я говорю, Ковалев Александр Иванович, руководитель организации «Никто, кроме нас». Вот. Ну, так, такое, ну, типа вот, мы не знаем друг друга. Да, ну... Да. Говорит, ну, вы же понимаете, что сейчас будет официальная часть возложения цветов, что мы вас просим, пожалуйста, мы потом уберем эти там заграждения, а вы там идите все, что хотите, но вот пока тут гарант, пока тут все, пожалуйста, не кричать там, не шуметь, там, не свистеть там, не вот эти там ЗКГ, там тогда была модная эта кричалка там, не кидать страусиные яйца, потому что он боялся этого. Вот. Я говорю, да, конечно, я вам слово даю, мы будем стоять молча. Он говорит, ну, слово. Я говорю, да, конечно, слово даю, и все. Ну, и так вот мы вроде как бы договорились. Честно говоря, мы не знали, что произойдет, не буду врать, и ребята все, ну, подтвердят, мы просто собрались и думали, что, ну, все-таки нас пропустят возложить цветы. Мы не хотели делать картинку для этого президента, что мы с ними, что мы с ним возлагаем цветы. Ну, как говорится, Господь посылает искры очень тонко и метко. Так. Ну и все. И когда заиграл государственный гимн, мы с моим другом, или послушай, есть такая
старый, очень древний, там, с Древнего Рима, если я не ошибаюсь, историки меня поправят, когда воины или там не могли ответить или там своему Цезарю чем-то, там, ну, что он, они поворачивались спиной в знак неуважения. Ну вот просто поворот спиной. То есть ты можешь нас убить, стрельнуть в спину, это тоже, ну, по воинским традициям, это тоже, так сказать, не дает чести тому, кто стреляет. Поэтому люди поворачивались тогда воины спиной, показывая неуважение к своему руководителю. Так как Янукович являлся главнокомандующим, верховным, вот, он для нас и, то есть, ну. И вот когда заиграла музыка, пошел процесс возложения, с нашей стороны прозвучала команда «равняйсь, смирно, кругом, головные уборы не снимать». И мы, не снимая головные уборы, повернулись спиной к действующему президенту страны. А понимая, что он человек понятийный, и он знает, ну, примерно, или ему вот объяснили, что это вот, вот обозначает, он сильно обозлился, колоссально сильно. Вам передавали? Мне, да, мне это передавали многие мои земляки, там, в не самых лестных словах и так далее. Ну, сам факт, что это наделало очень много шума, и это показали иностранные телеканалы, потому что, ну, это быстро, то есть такого не было, аналога нету. Так а що вам друзі передавали? Що він там казав? Він казав уничтожити цю гадину. Уничтожити десь там. Ну, такі нелесні речі. Якщо їх озвучувати, це буде одно сплошне пі-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 пі. Тобто це було дуже для нього оскорбительно. І оскорбительно для тих людей, хто з ним йшов. А там, якщо я не ошибаюсь, там і Клюєв йшов. Ну, многие шли из правительства, вот Азаров там кажется, был. То есть, то він зрозумів. Ему объяснили. Я думаю, он сам, я не могу сказать, что Виктор Федорович глупый человек. Он прекрасно понимает. То есть это может быть там, ну, ну, ему объяснили, что это значит, что это крайняя степень неуважения к человеку. Мені розповідали одну історію. Людина, якій я довіряю, що за півроку до подій на Майдані, за півроку до революції, вам була зроблена пропозиція підтримати вашими військовими бойові дії в центрі Києва там через якийсь час. Це правда? Ну, було таке. Що це за історія? Ну, на меня вышел человек через, опять же, это все делается через близких друзей, афганцев, который долгое время живет за границей. И говорит, вот смотри, говорит. Он приехал до вас? Да, мне перезвонил мой друг, говорит, послушай, можешь принять одного человека? Я говорю, да, конечно. Я говорю, а кто он? Он говорит, ну, наш там, вот Афганистан, туда-сюда. Хотя он родом с Киева, но долгое время жил за границей. Или живет по сей день. Я его с тех пор не видел. И он говорит, послушай, говорит, есть необходимость в такой организации, как у вас. Я говорю, за что будем протестовать? Ну, я же сразу перевожу на наше русло, типа там, ну. Это нет, будут другие протесты, будет политика, будет там, ну, нюансы противостояния. И, ну, в основном на Майдане выходят люди мирного толка. Это сегодня у нас каждый второй ходит в камуфляже, ветеран АТО, или волонтер, или то есть. А тогда в 2013 году. Кроме нас никого не было практически. И мы имели огромный авторитет в армии, огромнейший, особенно в десантных частях. И я его не понял сначала. Он мне говорит,
Первый еще раз мне повторит, что надо сделать, я говорю, ну вот отряды самообороны, отряды там того, сего. Я ее опять не понял. Я говорю, послушай, мы, наверное, неправильно понимаем друг друга. Я думаю, речь идет о социальном протесте, там, ну, там, за что-то там, давай, ну, обсудим, за что, как. Вот, не-не-не. Надо силовое крыло протестное, которое будет, ну, практически воевать. Ну, я не понял это штуки. И мы где-то на протяжении 2 недель встречались, он мне пытался объяснять, я ему пытался мягко отказать, потом грубо, потом ему сказал, послушай, я не могу понять, как на своей земле делать войну. У меня это не получается в голове. Вот, и было такое предложение, да, тогда не было никаких еще секторов, тогда никто ничего не собирал, тогда не было самооборон там Майдана, то есть тогда, по его словам, его друзья, люди или организация, которую он представлял, они просчитали, что вот они, у нас же есть сайт в открытом доступе, что у нас в каждой области есть достаточно людей, все прошли, практически все участники боевых действий, все умеют правильно пользоваться и, так сказать, знать боевую обстановку. И, то есть, ихняя аналитика доложила, что вот лучше, чем они, нету. Вот. И, то есть, не надо ничего создавать, все будет быстро, четко, вот только их надо склонить на эту сторону. Вот. Я отказался. А пропонувал еще? Ну, все же банально в этом мире, кроме денег и каких-то благ будущих, никто ничего не изобрел еще с времен царя Соломона. А по сути, вам донесли, что треба зробити и что будет? Ну, когда говорят, что надо быть силовой ударной единицей, ну, я же понимаю, что, то есть, это даже речь не о штурме Верховной Рады или там отставлении, то есть, я понимаю, я понимал тогда, уже начал, ну, просто это против моих правил и принципов, я отказался. Mm-hmm. То есть, ну, надо уметь иногда говорить нет. А всерьез вы це? Я не воспринял это всерьез, я не поверил. Я перезвонил своему другу, с которым я был в Афгане, это очень известный человек, и я говорю, послушай, ты хоть сам знаешь, что он ко мне приехал? Он говорит, нет, он не попросил именно с тобой свести, хотя у нас тут афганцев много, и однополчан много, у нас тут все много, да. Он попросил именно с тобой свести. Я говорю, ты хоть понимаешь, что он мне предлагает? Он говорит, нет. Ну, я ему там вкратце озвучил, как бог по телефону. Он говорит, ну, говорит, не понимаю, говорит, бред какой-то, ну, говорит, не надо. Говорю, и я говорю, не надо, и я не хочу, говорю, и я не пойму. То есть мы уже тогда понимали, что, ну, не то, что мы понимали, то есть мы уже примерно тогда, спустя 2 года такой экстерновой жизни, на улице, что есть там, какая политика, какая она бывает, как с ней договариваться, какие репрессии бывают, то есть, и что предложили, это 2 большие разницы. И я говорю, не-не-не, ну, по крайней мере, и он говорит, ну, тогда я буду искать там дальше среди наших пацанов, мы там будем формировать, там, собирать и так далее. Я говорю, да, конечно, ты имеешь право, но я не буду это делать. І людей не пущу на это. Це за півроку до початку? Це июль 2013 року. Майдан. Ви заявляєте, що не брали участі у подіях на Майдані? Так. Це правда? Да, я там, ну, ні минути не був. Угу. Ну, зараз так мало хто говорить. Ви поймите, це зараз. А я і тоді говорив, мало того, в нашій організації є определенні условия, хоча деякі в этом сумніваються, вони говорять, що вона така організація диктаторського толку, що Ковальов прийняв і там, так і буде. Ні, ми тоді зібрались в ноябре месяце,
уже стояло два Майдана, если вы помните. Был один студенческий на Европейской площади, а один был Майдан, ну, как бы сказать, ну, не политический, но на самом Майдане. То есть было вот такое вот разделение. Студенты не пускали к себе политиков с флагами, они считали там что-то свое. Ну, я не знаю, может быть, это технология. Я в ней не очень большой специалист, я сразу скажу, я. Вот, и мы собрали все организации, все областные руководители, мы очень долго спорили и искали истину, участвовать ли нам в этом. Но я не мог и каждому члену своей организации, каждому бойцу сказать, что вот буквально там за 4 месяца ко мне приходил там товарищ и вот обрисовывал такую картину, в которую я не поверил. Я посчитал нужным, что это, ну это бред, ну не может быть. Ну, на наших глазах была Украина без Кучмы. Ну, там толкались, да, там Беркут с протестантами, там, ну, поливали друг друга там слезоточивым газом. Была там, если там 2004 год, вот оранжевая вот революция, ну, там все тоже без оружия, там, то есть, ну, были протесты, было стояние людей, было там, но опять же, это все другое. Но когда тебе говорят, что надо будет повоевать, я говорю, да нет, ну это бред какой-то, ну явно я не поверил. Вот, и на общем собрании всей организации было принято решение, что организация не принимает участие в, так сказать, в межполитических разборах, в клановых разборках. Мы вышли на такое понимание, что там пару кланов не могут там поделить что-то, а используют людей, как говорится, как пехоту, и мы не хотим в этом принимать участие. Не, ну, я так скажу, я ж та був на Майдані, там ходив, я не вважав, що мене там хтось використовує, тому що я знаю багато людей, які ходили туди. Тому я що... с вами согласен целиком и полностью. Я больше того скажу. Я сейчас уверен, что 90% людей, стоявших на Майдане, были уверены, что они стоят за лучшую жизнь, и что жизнь изменится, и что у них будет лучше. И 90% людей действительно считали, что они борются за это. Я и сегодня к Майдану отношусь как к проявлению, ну, борьбы за, так сказать, с несправедливостью за лучшее. Я так это считаю. То есть у меня никакого осуждения к Майдану нет. Мало того, во времена Майдана здесь проходили... Ну, и приходили ребята из Майдана, приходили ребята из других, с другой стороны, помоги там тех вытащить отсюда, а тех защитить от того. То есть, то есть такой был бешеный круговорот, то есть движение было. Так если вы кажете, что так и было, почему же вы не приняли участь там, не внесли свою? Ну, смотрите, каждый человек же свое мнение, правильно, да? Mm-hmm. Вот, и меня всегда одно из главных причин, и вот тот разговор летний, я не мог его никуда притулить и понять, где он будет, где он выстрелит, где он вылезет. Сам Майдан, сам протест нам уже был близок. А мало того, я вам больше скажу. Первые, кто вышли на Майдан, это были люди. Ну, я имею в виду не те, то есть, ну, ни для кого же не секрет, что были люди специально заготовленные уже потом для провокации. Это было 1 декабря на Банковой, да? Там, где уже там трактор ехал, там, где все там туда-сюда. Так вот, первым буфером между силовиками и протестующими вот как раз были ребята из одной из наших областей, которые самостоятельно приняли решение выйти с нашей символикой, с нашими флагами. И вот они там, то есть, вот они сыграли, может быть, так сказать,
ну, немаловажную роль, такую ответственную, что вот, то есть ветераны, афганцы, что вот они будут участвовать. То есть уже тогда пошли такие трещины между нами, кто за, кто против, да. И это тоже помешало в свою очередь. То есть если мы еще могли вчера быть одним целым, то тогда уже пошли, допустим, кто-то пошел, а мы говорили, ну, не идите, а кто-то уже пошел. Причем был тоже такой случай, когда здесь за одним столом встретились две стороны и, ну, так сказать, ну, такой был случай. При цьому мені розповідали люди, що ви були постійно на зв'язку та допомагали різним сторонам. При тому, що, ви кажете, що ви не приймали участь, так? Да. А я знаю, що мені так казали. Зі всіма політичними лідерами, там, тими, що стояли на сцені, і ні. Ви спілкувалися і щось там робили. Це правда? Да. Що ви робили з ними? Нет, ну вот смотрите, давайте по пунктам. Тех, кто стояли на сцене, во-первых, слово «афганец». Мы очень ассоциируемся с афганцами, вот там, допустим, говорят афганцы. Мне звонят, вот там ваши афганцы, там, ну, к примеру, захватили там то-то, то-то. Ну, к примеру. Я объясняю людям, есть ребята, которые уже стоят на Майдане, и они действительно афганцы, и они там вот, ну, вот что-то там захватили или там баррикаду какую-то сделали или что-то. А есть, которые... То есть вы о каких, говорю, говорите? Мы не знаем, то есть для нас все афганцы, афганцы. Вот если можешь, там помоги, там вот, вот чтобы там не было кровопролития там со стороны силовиков, чтобы там вот где-то не было. И нам приходилось выяснять, кто это и кто это. И мы выезжали на место и говорили, пацаны, то есть, ну вот, если вот нет такой необходимости, то есть не применять спецсредства и так далее и тому подобное. То есть пусть политики договариваются о своем, а мы будем, то есть, ну, таким, ну, чтобы, ну, говорить, пропагандировать мирное решение вопросов. Угу. А что от вас хотели лидеры, которые стояли на сцене? Помощи. Большой помощи. Грошима? Нет. Ну, поверьте, там денег было. Мы им ничем, даже если тут все скинемся, мы им ничем, деньгами мы не поможем. Им надо были люди, люди с боевым опытом и люди, которые умеют, ну, то есть, не бояться хлопка в ладоши. Вот так. И они до вас по черзе ходили? Ну, не совсем по черзе, там, приходили, а там, от, ну, там, с кем-то здесь в кабинете встречались, с кем-то там выезжали в другом месте. Меня приглашал мой друг, говорит, там, вот надо встретиться, там, ну, ну, сейчас некорректно об этом, ну, называть фамилии, чтобы никто меня не обвинил, что я пиарюсь на чьих-то фамилиях. Я из-за этого не буду называть эти фамилии, да. Ну, говорит, вот давай, присоединяйтесь, там у вас орда, вы там мощь, вы там давайте, на вас будут смотреть люди, то есть вы будете таким двигателем. Mm-hmm. Я говорю, а дальше? Ну вот покажите мне дальше, ну вот мы вышли, ну вот и дальше, и... Говорит, ну ты же боролся, то есть вы одни из первых боролись против Януковича, почему вы сейчас не хотите выйти? И, ну и начинался такой диалог, который ни к чему не приходил, и мы просто расходились. И с тыми были контакты, и с тыми? Конечно, у нас и с той стороны были. Ну, ну, контакты и общение, они должны быть. Потому что, ну вот, к примеру, ну яркий там пример, вот ребята с Майдана выдернули с толпы там 5 военнослужащих внутренних войск. Там их чуть-чуть там побили туда-сюда, и они там где-то были, ну, как говорится, в плену. И руководство просит, говорит, там же есть афганцы, ну, поговорите, говорит, надо отдать это, ну, при чем тут это, дети, на самом деле им по 19 лет. И мы по своим каналам тут же там выходили и там говорили, там, давайте отпустим, давайте так, там, вот, и это самое, вот, и...
Тут точно так же работало и в другую сторону, когда ребят с Майдана забирали в райотделы, мы приезжали в райотделы и договаривались, что, ну, то есть, ну, отпустите, что это все-таки мирный протест, что или там, или... То есть, ну, находили разные причины. Это просто надо учесть специфику того времени, 2014 года, и вот того накала. Это сейчас мы можем спокойно сидеть говорить. А когда здесь в этой комнате было по 100, по 150 человек, и все вот так вот кружится, бегается, когда каждую секунду были горячие новости, и красная строка не сходила с экрана телевизора, то есть все было горячее. Алла відпускали? Конечно, конечно. Нам давали, да. У нас был такой авторитет, что нам отдавали ребят. И с той стороны, даже когда вот, в 17-ю больницу, когда привезли побитых Беркутом, подчеркиваю, Беркутом, побитых их там активистов Майдана, и их пытались забрать, то один из сотников приехал. Мы все же общались до Майдана. У нас же есть свои общения. То есть Майдан это не... Я помню, это Захарченко, там вот все. Все это, да. То есть, и это самое. И мы вышли сюда, к 17-й больнице, стали стеной и практически, так сказать, не пустили, уговорили, там, убедили, там, ну, что угодно можно там сейчас сказать, чтобы не трогали людей в больнице. И их тогда, то есть, ну, ушли люди тогда. А ребят, которых там побили момент там чего-то, они остались там, да, там долечиваться и так далее, и так далее. То есть... В результаті от цієї історії, яку ви розповіли, да, в результаті закінчилося все тим, що є кримінальна справа щодо вас порушена за те, що ви чорну роту Беркуту, як її називають, нібито, коли вже революція закінчилася перемогою Майдану, ви допомогли нібито зі зброєю вивести цих людей з Києва. Це правда? Согласно інтернетним, так сказати, заголовкам, може бути, воно так і існує. На самом деле було чуть-чуть, ну не то, що чуть, кардинально там чуть по-другому було. На самом деле уже когда февраль месяц произошли там кровавые события, история им даст свою оценку, я не хочу туда влазить, есть там целое следственное управление, которое этим занимается, и есть это самое. До речи, Юрий Луценко публично сказав це. Юрій Луценко, генеральний прокурор, публічно заявив, що саме ви це зробили разом із паном Горбатюком, який очолює це управління, правильно, розслідування. Вони публічно... Вони заявили, правильно, пан Горбатюк, який возглавляє це спеціальне от управління, вони цим займаються, вони розслідують. Я був неоднократно опрошен, неоднократно там, ну, часами проводил в следственных, так сказать, ну, времени со следствием, рассказывали, показывали, то есть там идет целый процесс. То есть пан Горбатюк, я думаю, что он доберется к той истине, как оно было на самом деле. И я думаю, что и тот же генеральный прокурор, его святой долг и святая обязанность, то же самое, найти правду и преподнести ее людям, потому что даже спустя там какие-то года, 5-10 лет, люди не забудут этого. Это для людей это было горе. Если там для кого-то это было там карьерный скачок из политика там куда-то, то для простых людей, которые были на институтской, это была гибель их близких, это горе. Вот. Так что я надеюсь, что и пан Горбатюк, и пан Луценко, они все-таки, ну, будут, они найдут правду, они докажут, они будут заниматься следствием. Выводили, чи ні? Мы помогали. Вот смотрите, на тот момент на базе киевского Беркута
базировались и другие подразделения Беркута, ну, из других областей. К примеру, Луганский Беркут, Запорожский Беркут, они там все были. И вот когда все кинулись, появилась бумага такая, да, меморандум, публичные гарантии, которые подписали пан Порубий, Виталий Кличко, Олеся Оробець, Дмитрий Ярош и Виталий Ярема, что о прекращении боевых действий, противостоянии, о прекращении, так сказать, как бы сказать, силовых столкновений между протестующими и сотрудниками МВС, в том числе и Беркута. Вот. И тогда каждый, как смог, старался вывести из очага противодействия так сказать, сотрудников, допустим, запорожские депутаты там наняли автобусы, вывезли своих запорожских беркутов, там луцких там вывезли, там, ну, то есть начали, а киевлян, их же некуда выводить на самом деле, вот, и вы же учтите, это ихняя родная база, мало того, это, они на тот момент чистили, они еще служили, они исполняли свой, ну, свой долг, они милиционеры, которые служат, то есть пользуются правами, то есть, или как правильно там, о законе, о милиции. Это действующие люди, это не ОПГ, это не группировка бандитов, это не группировка там каких-то грабителей, там, насильников и так далее. И вот этих ребят кинули на произвол. То есть всех, кого можно было, повывозили, так сказать, каждый своих. А этих ребят кинули. А давайте вспомним 2014 год. Каждый, что на той стороне, что на этой стороне, они были доведены там, ну, до какой-то горячей точки кипения. И, то есть, ну, градус кипения был очень сильный, очень. И когда этих ребят кинули, и, ну, я так думаю, я возьму на себе смелость сказать, ихнее руководство в том числе их кинуло, вот, то у них же там на территории семейное общежитие, это значит дети, это значит жены, это значит там, они там живут и так далее. И когда базу окружили активисты Майдана, а там в тысячах их было, там, если, я не помню, можно поднять стенограмму Верховной Рады, когда, опять же, я ее просто читал, она есть в уголовном деле, что вот объявили, что давайте там что-то примем, какой-то там закон, чтобы не дать эти столкновения, потому что сейчас база Беркута сильно окружена, там горят шины, там кидают бутылки с коктейлями Молотова, там было убито там пару беркутовцев, которые вышли из-за забора, то есть их тут же там толпа начала, там, то есть уже пошел такой накал серьезный. Это если брать одну точку зрения, а если брать, так сказать, технологию, то надо где-то было выпустить пар, я так думаю, и просто ребят с Майдана спустили, так сказать, на Беркут, дали их на откуп. И ребята были, ну, до отчаяния, доведены до краха. И я не знаю, какая это была там черная сотня, белая сотня, зеленая сотня, там, цвет сотен я не знаю. Я знаю, что это были действующие сотрудники милиции, действующие, вот с удостоверениями, с законными там правом ношения оружия и так далее и тому подобное, который приехал наш парень, десантник, с командиром, так сказать, этого подразделения, вот с такой бумагой, и сказал, послушай, ну все подписано. Ну, нас, ну, то есть, толпе эту бумажку не покажешь. И многотысячной там толпе, ей все равно, кто что там подписал, они требуют там, ну, сатисфакции с Беркутом, потому что Беркут оказался врагом для них.
И они говорят, можно вывести наши семьи, ну там, женщин, там, туда-сюда. А мы уже там будем сами там обороняться и так далее.